22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие. Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списке еще кого-то, кого нет. И ставит обелиски.